Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала Шалунтрики. Это видео посвящено деревне, настоящей со всеми ее прелестями. И мы вам покажем немного о том, как здесь провели сынули время. Здесь можно погонять курочек и получить от этого много веселья. Вот только куры были очень напуганы и совсем не хотели идти на контакт. Курочки от тебя разбежались, Трофим. А также можно посмотреть на коровку, которая пасется на лужайке и явно проявляет интерес к каждому. А вокруг столько зелени, цветочков. Ходи где хочешь, беги куда хочешь. Никаких ограничений или почти никаких. Сынуль, стой! Да, му там, корова, му. Да? Му там. Можно побегать по дорожке, и да, главное шевелиться и двигаться, а то комары закусают. Корова, му. Му, говорю, да? Му, да, му. И как же не посмотреть на камушки, ведь их здесь так много и все такие разные, и можно даже их побросать. Кушает травку коровка, да? Вот она какая красотка. И снова курочка. А эти куда-то убежали, да? Убежали. И как же не посмотреть на настоящий трактор, а не на тот, который в мультике. Большой, просто огромный, и колеса у него, соответственно, очень большие. И можно даже посмотреть, как его заводят. Вон так. Ух, как здорово! Бум, да? Завели, Трофим! Ехали! И, конечно, посидеть в песочнице с бабушкой и братом. Игрушек много, все разные. Алло, Трофимка, привет! Алло, алло! Но телефон очень понравился. Алло! Вот это у тебя бульдозер! А песочек здесь мелкий. И очень-очень светлый, как будто прям с пляжа. Но телефон так и притягивает. Егорка любит поиграть в футбол, вот только брат у него еще не подрос. Для таких игр. Конечно, собачка. Как же в деревне и без собачки? Все как полагается, на цепи и с будкой. А еще можно сходить посмотреть на поросят. И да, они еще маленькие, очень-очень хорошенькие. И такие дружелюбные. Да не бойся. Вон они хрюшечки наши, да? Вон какие хрюшечки. Хрю-хрю-хрю. Можно заглянуть к курочкам и даже посмотреть, как они несут яички. И, конечно, прокатиться на джипе. Почти на самом настоящем, да еще и с братом. Сынуля, конечно, еще маловат для управления таким агрегатом. Да и не по росту этот автомобиль ему еще. А вот Егорка гоняет как взрослый и делает это очень хорошо. Но хоть прокатиться самому не получается, но машина все-таки притягивает. И, конечно, как же не попробовать пооткрывать двери и не понажимать на кнопочки. Тем более их там так много. А посидеть в такой машине одно сплошное удовольствие. Можно много раз заводить
и мотор ревет, как настоящий. Рулем можно покрутить и почувствовать себя по-настоящему взрослым. Вот какой автомобиль. Со всеми своими звуковыми и световыми эффектами. Конечно, смотрится он шикарно и очень красиво. Но для деток постарше. Да? Трофимка не захотел выходить из машины, даже когда ушли с улицы. Никак не мог с ней расстаться. И долго еще сидел, нажимал на кнопочку, крутил руль и дергал рычаг переключения скорости. А теперь мастер-класс от Егорки по катанию на трехколесном велосипеде. Как же не понюхать цветочки? Понюхай. Ой, как вкусно пахнет. Увидеть кошку, да еще с таким пушистым хвостиком. Ну, как не подружиться? Вот только кошка вовремя сообразила и убежала в безопасное место. А сынуля был в полном недоумении, уговаривал ее вернуться, но все попытки были напрасны. Не придет. Сынуль. Дима, тебя еще дернем. Да. Нет, это он зовет. Дай покатаемся со мной. Егор, дай прокатим Трофимку-то. И решил все-таки попробовать прокатиться на велосипеде. Тем более, раз Егорка ему разрешил. Вот только ножки еще не достают до педалей. Поехали, поехали, поехали. Поехали, поехали. Вот он как держится, хорошо. Не получается, да? Еще кажи, бабуля, я не дорос. Тихонько, тихонько. Вылазим? Вылазим. Ну, оберись, скажи, велосипед. И как же не навести порядок в гараже у дедушки? Тем более здесь столько всего. Много и разной техники, и инструмента. А потом еще и посидеть на буране и почувствовать себя самым главным. Начистил? Теперь можно заводить, да? Аккуратно. Кофе. Ну давай, заводи. На этом наше видео подошло к концу, и я с вами, мои дорогие друзья, прощаюсь. Если оно вам понравилось, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и пока-пока. До новых скорых встреч!